Привет, ребята, ребятунчики. Короче, задолбался я смотреть это, как ее вертеть, крутить. Если вы кто меня не понимает, то вы попробуйте открыть прямой эфир на Ютубе. Я на вас прекрасно посмотрю и посмеюсь. Суть не в этом, ребята. Сейчас я камеру поставлю. Я не буду долго что-то там разглагольствовать, если там еще что-то говорить. Мне знаете, что поражает? Блин, опять же забыл, что хотел сказать. Представляете, короче, идиоты, которые приезжают в Москву, они потом, я вот смотрел сегодня человека, да, ну, кстати, хороший такой мужик, там, как мужик, господи, он там плачет меня лет на 10, ему там лет 35, наверное, молодой, короче, и он такой бородатый, он такой говорит, вот туда-сюда он обзоры там ведет, короче, по этой фигне, по всякой кухне, муюхне, и говорит, здесь вот кухня такая, туда-сюда, и вот он меня, знаете, что-то убило, вот он приходит на улицу, и я такой спрашиваю, бабки сидят, три бабки, и он такой говорит, а вы, говорит, откуда приехали? Одна такая, я с Пензы, я с Воронежа, я ищу откуда-то, нас здесь все нравится, мы сидим, смотрим здесь за преступниками. Едите вашу мать, так ехать себе в Воронеж, Пензу, блин, ты я не знаю там, куда там, катись отсюда нахер, блин, что сюда приперлось-то, блин. Вот мое мнение, блин, меня просто поражает, знаете, вот, ну там ведущий, да, там понятно, что он сам не из Москвы, откуда-то там с Каширского шоссе. И, короче, блин, они все сюда приехали, и они такие сидят и обсуждают. Один снимает, другие говорят, бабушки сидят, и вот они, ой, да, мы за всеми смотрим. Я бы подошел, вот просто, вот, что такое бабка в России, в Москве, в деревне. Блин, она должна здесь родиться, она должна здесь, блин, вырасти. И ты подходишь, когда там говоришь, вот я даже в Москве живу, я знаю прекрасно, какие бабки понаехали, какие нет. И которые понаехали, я просто пошел нахрен, что ты меня там спрашиваешь? А которая здесь родилась, понимаешь, вот, я к ней отношение другое, потому что, блин, она отсюда, она местная. Знаете, как вот я приезжаю там в деревню там куда-нибудь, там, я не знаю, в Сибирь, в тайгу там, или еще куда-нибудь там, в Тверь, или, блин, да куда угодно, я не знаю, там, в Калядин, в Углич, там, я не знаю, Мышкин, в Калугу, блин, сидит бабушка, что я к ней подойду, я скажу, я сюда, меня привезли, мне, я здесь 10 лет, это, к вам езжу, блин, и пошла-то нахер отсюда, что ли? Что вы залажу-то несете? Это первое. Второе. Как все хорошо делает Собянин. Блин, вы приезжайте, посмотрите, как все хорошо это делает Собянин. Все хорошо делает Собянин. Отлично все делает. Во, блин, я не знаю, одни боты в чате. Но это жить невозможно. Это реально. Вот я вот, знаете, вот я родился и вырос в Москве. При Лужкове такой беспредел не был никогда. Ну, потому что при Лужкове все там, все выходили сразу. Как это так? Дом поставить здесь? То есть сейчас. Или сюда, туда-сюда. Война там, сектор газа. Какой сектор газа, блин? Я даже не знаю, где это находится. Я знаю группу сектор газа. Во! Какой таинственной казалось мне до ночи. Это я вам сейчас пою другую группу. Ну, какая разница? Одно и то же. Блин, это такая лапша на уши. Народ просто с ума посходил, что ли. Я не понимаю, что они хотят. Что они хотят? Мы приехали сюда, за 35 миллионов квартиру купили. Знаете, вот я сейчас на улицу выйду, вот просто вот, я вот выхожу, да, вот на улицу, и так вот сигарету, да просто даже вот сигарету закурил у подъезда, к вам каждый первый подойдет и спросит, дай закурить. А я потом прихожу домой, и мне говорят, там за 35 миллионов квартиру купили Porsche за 20, там за 40, там за 50. Вы что, лапшу мне на уши вешаете? Вы хоть в Москву-то, вы... Я понимаю, что вы снимаете здесь, ребята. Ну, блин, ну не настолько это тупи... Вот, знаете, вот эта тупость
И причем мало того, что блогер просто раскручен. Знаешь, такое, что YouTube. Вот про YouTube вкратце, в одну минуту. Возьмите, снимите какие-нибудь видео. Просто любые. Ребенок пукнул, пернул там, вы там в туалет сходили, не знаю, там, помылись голые под душем, но это правда, YouTube заблокирует. Что-нибудь еще что-нибудь. И выложите. Я вам, ребята, на полном серьезе говорю, у вас в лучшем случае будет 12 подписчиков к концу года. 12 подписчиков к концу года. Давайте с вами поспорим. Если у вас будет через после вашего этой херни 70 подписчиков, знаете, с меня чего? Я вам подарю реально 10 тысяч рублей. Вот я обещаю. 10 тысяч рублей. Только вы мне скриншот канала. Только давайте мне ссылку сразу. Точнее, не надо мне скриншот канала. Вы мне ссылку, а я на вас потом посмотрю в конце года. Я сразу пойму, раскручиваете вы или нет. Знаете, мне не надо читать комментарии «молодец», «супер», «супер молодец», «молодец», «супер», «супер», «супер молодец». И вот это вот, знаете, как вот это, вот, любого раскрученного блогера, если вы откроете, и там везде «супер», «супер», «супер молодец», «молодец». И одно и то же вот так вот идет там, я не знаю, они любят почему-то вот эти раскрученные каналы, то есть раскрученные, а кто работает с этими, как называется, с рекламными агентствами, у них почему-то обязательно до 1000 лайков, не знаю почему, у них постоянно 920, там, 928, там, 900, 880, там, 970, но не больше 1000 лайков, должно стоять. YouTube сейчас не контролирует, там, дизлайки он не ставит, но лайков должно быть не меньше 1000, но 1000 не ставят. Второе, то, что комментарии должно быть хотя бы там 200-300 штук. То есть они смотрят просто как это вот рейтинг. Понимаете, я в интернете, ребятки мои, ребятунчики, сижу. Я из Фидо пришел в интернет. Интернета раньше не было, ребята. И мне вот эту лапшу на уши вешать, кто какие раскрутки делает, кто какие там... И мне потом говорят, какой-то там блогер там вот этот накололся всю рожу, и он там типа популярно стал. Блин, вы меня не смешите. Да хоть, блин, я не знаю себе пиписку на носу натяни. Ты ни хрена, на тебя посмотрит там два человека, и потом каждый второй скажет тебе там, ты что, дебил что ли? И забудут про тебя. Тут дело-то не в наколках. И дело-то не в этом. А дело в бабках, ребята. Если там кто-то там приходит со сцены, да, вот грубо говоря, там Киркоров, ну сколько он набирает просмотров там на Ютубе? Ну там половина проплачена, там понятно, да, там, потому что, знаете, как вот центральные каналы, они их спонсируют. Ну, вы понимаете, Ютуб превратился просто, грубо говоря, в помойку. Если он раньше там, знаете, вот, хорошо, простой пример на ссылку. Вы сейчас вообще охренеете. У меня вот ролики, да, допустим, вот я снимаю, у меня их там больше 500, я не знаю, сколько там роликов снято. У меня просмотры, да, вот на последний, вот я сейчас смотрю, вот прямо при вас. Но я не буду камеру оборачивать, вот просто на телевизоре. 29 просмотров, 20 просмотров за 3 месяца, 14 просмотров. Сейчас я еще... 1500 просмотров, непонятно почему. Причем, знаете, за 1500 просмотров прогноз погоды. 3 просмотра, 164, 348, 12 просмотров, 8 просмотров, 11 просмотров, 22 просмотров. Вы понимаете, мне даже смешно. Знаете почему? У меня в семье людей больше. Весь прикол-то в том, что я, если возьму телефон жены, ребенка, второго ребенка, еще кого-то, и попрошу кого-нибудь с улицы, посмотри и поставь лайк. И скажут, Серега, не вопрос, пивка налей. Ну, не здесь, конечно, а там. Я скажу, да не вопрос, давай. И будет у меня в итоге, смотрите, за 3 месяца 7 просмотров. Блин,
Это YouTube, Знаете, вот я когда смотрю, мне, знаете, вот этот вот тупизм. Давайте изначально, с чего мы начали. Вот эта лимита, которая понаехала сюда, в Москву. И вот она такая, как, это, типа, мы сюда приехали. Я вам, ребятки, ребятунечки, могу сразу элементарную вещь сказать. Вы здесь утретесь и ужретесь. А знаете, в чем? Потому что через 15-20 лет вас вот все нахрен посваливаете. А знаете, в чем посваливаете? Потому что мне 47 лет. И я прекрасно знаю, что человек, который не родился в Москве, он в Москве жить не сможет. Выживают единицы. Не в том плане, то, что у вас там квартира. Да всем насрать, какая у вас квартира. Знаете, как вот я, например, как москвич определяю, там или мета, или нет. Эти вопросы на сок. Когда вот я, например, новость читаю, а вот там какой-то Филипп Киркоров. Москвичу насрать, кто такой Филипп Киркоров. Первый. Лимита смотрит. Второе. Да вот там туда-сюда в ДТП попала там машина Феррари. Москвичу насрать, что такое Феррари. Знаете почему? Потому что в 90-х годах на этих Феррари они вот ездили. Если бы вертолет кто-то посадил во дворе, да, все бы сказали, ну, блин, наверное, точно, блин, родной наш москвич. А все остальное — это такая херня, это такая шняга. И вот это вот, и вот просто вот, вот просто такая голодьба. Вот, вы не представляете, это такая деревня. И вот эта деревня, я вот, у нас построили здесь, да, вот ближе к Дмитровке, ну, такие дома построили. И знаете, вот я туда пришел с ребенком, и знаете, там говор такой, я не знаю, как в детском саду, как они вместе там будут, ну, слава богу, у нас другой детский сад московский. А там москвичи, причем квартиры там купили за, там, я не знаю, 10, 20, 30, доходят за миллиард долларов. Но весь парадокс, что ты стоишь, у меня ребенок бегает, они такие там, а что ты хочешь? Ты там туда-сюда. Ну это же ребенок там, ну это бегает там. Блин, меня простите, но я в Москве живу. Если я приеду сейчас, например, там в Крым, я не знаю, там, Краснодарский край или еще куда-то, мне каждый первый скажет, что ты москвич. Знаешь почему? Потому что говор, блин. Это первое. Второе — поведение. Потому что мне насрать, кто на чем ездит, кто где ходит, на чем летает, кто где спит. Это отношение москвича. Потому что похеру. А вся вот эта голодьба, вот эта вся вот, блин. А что это там сказал? А что это? И самое главное, мы москвичи. Я не знаю, как стрим снять. Я вот сейчас это видео выложу и стрим еще сниму. Не прощаюсь.